Работа идет четко в соответствии с утвержденным планом по подготовке к чемпионату мира среди студентов. Хотелось бы отметить некоторые сейчас включенные моменты. У нас с вами две недели назад Международная федерация студенческого спорта утвердила четверых делегатов на проведение чемпионата мира. Ну, Эдуард Ирикович, как технический делегат по боксу, он у нас как был утвержден и так и остается. И у нас прибавляется еще три делегата от ФИСУ. Как раз в рамках плана мы должны будем обеспечить им визовую поддержку. Это сейчас мы с Министерством спорта и сделаем. И для нас это будет точно так же, как тестовое мероприятие по приглашению наших участников и по апробированию получения виз. Еще момент как раз министр упомянул. Благодарность Калужскому государственному университету. Мы провели очень хорошую встречу с волонтерами, провели первый этап обучения. Присутствовало почти 60 с лишним человек, но мы поняли, на какой стадии находится образование волонтеров. И самое главное, мы увидели желание студентов Элисты, Республики Калмыкия, принять активное участие в нашем мероприятии. В конце недели у нас с вами начинается чемпионат России среди студентов, и как раз мы в этот период продолжим обучение волонтеров и уже будем прям непосредственно подбирать этих волонтеров на рабочие группы с определенным функционалом. Важный момент, который нам сейчас необходимо сделать как раз во время чемпионата России, это образование, создание той самой группы международных наших волонтеров, которые бы сейчас уже напрямую бы взаимодействовали со странами, которые будут приезжать. В соответствии с регламентом как раз регистрация в март официально объявленная. И именно март для нас с вами очень важный месяц, потому что именно в этот момент все, кто хотят к нам приехать, закладывают свои бюджеты, все, кто к нам хотят приехать, закладывают свой тревел-план, билеты. И мы как раз этот март и первые числа апреля должны будем четко отработать со всеми странами, чтобы количество участников у нас было достаточное для проведения нашего чемпионата мира. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Алексеевич, за информацию. Следующим у нас выступит глава администрации города Элисты.